И всем привет! Добро пожаловать в каталог Аватар. В общем, я в сообществе у вас спросила, в каком цвете мне сделать скины, и там писала разные варианты, ну и, конечно же, черный. Но выбрали черный. Я сделала скины за разное количество робаксов, и будут по трем скинам последним видео в шортс, так как они получились неплохо, и я решаю уделить им на отдельное видео. Но, в общем, сейчас показываю все скины. И да, люди, которые, например, голосовали не за черный, а, например, там за синий или какой-то другой цвет. Не расстраивайтесь, я просто буду после каждого такого вот видео с разными скинами делать новый опрос и писать, в каком цвете делать следующие скины. Ну, а сейчас начинаем. Так сказать, первый скин полная фигня, фигня, так скажем. И он стоит ровненько 100 робаксов. Ну, что это за фигня? Потому что я не знала, что можно нормально сделать черное, ну, типа, в черном цвете за 100 робаксов. Поэтому получается вот такое вот дичь. По этому скину я не буду делать шортс, потому что он мне не особо нравится. Следующий скин уже намного получше. Так, прогружайся. Я его не взяла, что ли? Взяла. Смотрите, это уже стоит, не так уж тоже дорого, 245 робаксов. Мне кажется, именно для, ну, для вот этого вот, это вполне неплохо. Да и, в принципе, вот эти вот эффекты, вот эти вот звездочки, это не обязательно делать, и тогда он будет еще дешевле. Мне вот на этот скин я буду делать отдельное видео, именно как в шортс. То есть, именно с этим скином вы можете увидеть все волосы, которые я, типа, использую. И вообще, абсолютно каждая, как называется, каждая одежда. И уже можете точно скопировать такой скин, ну, или сделать что-то похожее. Ну что ж, переходим к следующему скину. И вот он. На самом деле он мне не очень нравится. Ну, типа, он прикольный, конечно. Но он мне безумно напоминает скин, который я делал довольно давно. И поэтому, ну, чё-то не знаю. Давайте посмотрим, сколько он стоит, потому что я подзабыла. И 547 робаксов. Да чел, уйди. Ну, в принципе, вполне неплохо. Именно вот сзади тоже неплохо выглядит. Просто, ну блин, этот скин мне очень напоминает мой старый скин. Типа не старый мой скин, а именно тот, который я хотела когда-то купить. Сейчас я вам даже его покажу, где вот он, смотрите. Просто тут даже наушники есть, вы видите это? Но они ж похожи. Вот, и следующий скин. Вот такой вот. Я хотела здесь его на 1000 робоксов, но у меня не получилось. Не могу я прям такие дорогие делать, не получается. И он за 742 робокса. Мне он вполне нравится, такие приколдески есть необычные, по типу сердечек, которые с одной стороны черные, с другой стороны они белые. Ну, мне кажется, здесь черный цвет, конечно, поменьше, чем в остальных скинах. Хотя... Ну, в общем, нормально. Мне на самом деле это очень нравится. Вы здесь можете заметить комбо из двух анимаций. Именно анимации типа Бэйби ребенок. Вот ходьба и типа стою я с этой анимацией. А все остальное с анимацией за 80 робаксов. В общем, кстати, по этому скину тоже будет подробный обзор. Абсолютно как каждая вещь его, вы сможете все повторить, как хотите. И по этому скину тоже будет обзор. В общем, как итог, мы имеем с вами 4 скина. По 3 будет обзор. Ну, надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждите, так сказать, шорты с этими скинами. И всем пока-пока. Кстати, возможно, когда вы это смотрите, возможно, когда именно ты это смотришь, уже в сообществе есть пост, где типа с каким цветом мне делать скины. В общем, выбирайте. Скорее всего, когда ты это смотришь, уже все готово. Ну, в общем, всем пока. Удачи!